Всем добрый вечер. 27 октября. Иду на работу. Вот. И когда мне приходит какая-то мысль в голову, я беру камеру и тут же с вами начинаю общаться. Вот. Хотела... Там один комментарий был. Ну, как добрый, хороший, что грустно, что личная жизнь там у меня не складывается. И что одной, конечно, быть очень грустно. Я согласна. Так, что-то я выйду посветлее, тут какая-то темень. Сейчас выйду посветлее и вам, и с вами поболтаю. Так, вышла на свет Божий. И насчет того, что одно, конечно, быть грустно. Я еще пока недолго одна. Вот, в принципе, можно и в отношениях, и в браке быть одинокой. Это одна из причин, наверное, по которой мы расстались с Димой. Вот. Кто понимает, о чем я говорю, тот понимает. Я как бы расшифровывать насчет этого не буду. Вот. Я сейчас... У меня хорошо, что очень, ну, график насыщенный работы. Слава Богу, что есть работа, потому что мы уже с Димой расставались до развода. В 2018 году мы расставались. Почему я и не спешу сходиться, и не делаю каких-то глобальных к этому действий? Потому что у нас уже расставание было. Вот, и мы сошлись, ну, как видите, закончилось разводом. Вот. И, в принципе, я скажу, тогда, когда у меня не было работы, мы расставались в тот раз, мне было вообще фигово от того, ну, все накатило. А когда есть работа, вот, то как-то, не знаю, мне легче, что ли. Вот. Так, так. Мне надо перейти дорогу быстренько. Вот. Так что я, может быть, на праздник... Если, например, Новый год я буду одна, то меня, возможно, накроет, вот, от грусти. Но пока дикой тоски какой-то у меня нету. Вот. И у меня еще внутренняя есть уверенность. Я прислушиваюсь к себе, что одна там всю жизнь я не буду. Ну, то есть не всю жизнь, но вообще как-то... Одиночество мне не грозит. И, конечно, общение с родными. Я на связи очень тесно с сестрами и с племянницей. Так что меня как-то это выручает, что ли. Поэтому, скажем так, одиночества какого-то я не испытываю. И вообще, я такой человек, который... Ну, спокойно, что ли, переносит это. Вот, поэтому, честно говоря, по ночам или вообще в свободную минуту у меня не накрывает, и я не плачу. Вот, вот так вот. Меня на работе очень спасают вот эти тапочки такие уги. Вот, ну, короче, вот эти, если честно, шерстяные, конечно, лишние, но, в принципе, не лезет. Но они такие тепленькие. У нас сегодня отопление на работе отключили, и ножки в тепле зато. Вот такая красота. Это я еще покупала их в конце августа, что ли, было очень холодно, отопления не было, мерзло. И сейчас очень выручают. Так, сейчас на третью ночь встала. Что-то вообще как-то и ночью плохо спала. Во-первых, ночью работа была там. Вот, и не удалось поспать. И сейчас днем тоже такой был прерывистый сон. Поэтому что-то себя так уставше чувствую. Ну ладно, на работу надо идти. Сейчас у меня последняя ночь. Потом у меня будет 30-го день. И потом до 8-го у меня будут... выходные, так что пошла на работу. Доброе утро. 29 октября.
октября. И моя сестра посмотрела ролик, чем я питаюсь, и отругала меня, что я фигово питаюсь, и пригласила на супик. Ну, цель достигнута. Да не, не специально, но это хорошо. Вот. Но вы не переживайте, я в принципе питаюсь, варю себе, но супы не варю, а так горячее у меня есть. Фух. Что-то на работе был завал. 3 ночи. Ночь на ночь не приходится. То спокойно и глухо, как в танке. Фух. То выматывает что-то. Вот. Эти ночи у меня были насыщенные, то ночью работа была, то поспать не удавалось, то с утра тоже с 7 утра начинались активности. Пересменка у нас в 9. Вот поэтому. Ну, на улице, кстати, хорошо. Фух. Ладно, пойду к сестренке. Интересно, что там за супик?